Здравствуйте, с вами мистер Фрей и ваша любимая игра Верчверс. В прошлый раз я очень сильно пытался отравить молчаливого парня, но потом, во время монтажа, я подумал, что он ест, видимо, те самые вот какие-то там маки, не маки. Во, маки! Маки! Они явно безвкусные, поэтому они должны нравиться тому парню, поэтому нужно именно на них вылить соус, мне так кажется. Что происходит? У этого блюда странный вкус. Мой желудок сейчас взорвется. Это блюдо протухло. В смысле протухло? Боже мой, ты в порядке? Меня тошнит. Скорее вызовите скорую. Мне нужна помощь. Эта еда протухла. В ней что-то есть. Я буду жаловаться. Нет, прошу, успокойся. Давай, я все переделаю, пожалуйста. О, вау. Погоди. Ага. И что теперь? Я не знаю, что я сделал, но мне интересно. При этом я даже заглянул в прохождение на секундочку, чтобы понять, что дальше делать. И единственное, что там прочитал, что нам нужно заказать на дом пиццу. Я не заказывал на дом пиццу, но... Опа! Слушайте, может, теперь я смогу залезть в помойку? Это моя помойка! Отойди! А, я понял, теперь я могу у него взять вещи. Все дошло. Руки прочь от моих картриджей, блин. Не трогай мое пиво. Дай, блин. Слышь, нищий, ты чё? Еще одна жертва системы. До скорого. Стоп, мне нужно было что-то вставить в эту помойку, чтобы она не закрывалась. Наверное. Я не понял. Руки прочь от моей помойки. Да блин. Так, это было правильно, но я что-то не сделал. Ладно, пошли заказывать на дом пиццу, раз так. Во, эта пицца выглядит вкусной. И теперь оплатить не так. Черт, неудобно. Во, вот так удобно. Скинни ревни. Спасибо за ваш заказ. Пожалуйста, выберите адрес доставки. А зачем мне заказывать пиццу себе домой, если я могу ее просто заказать сюда? Давайте я закажу ее сюда. Честно, стрит 1. Транзакция в процессе. Успешно. Выбранная пицца лосось. Адрес доставки. Честно, стрит. Пожалуйста, ожидайте. Дрона доставки и тому подобное. Блин, хочу нажать на свидание, но нельзя, я знаю. Дрон доставки полетел. Пип-пип, ваша пицца будет доставлена немедленно. Пип. Ага. Ага. Очень хорошо. И вот, кажется, это должно нам помочь зайти сюда. Доставка пиццы, ваш заказ прибыл. Я ничего не заказывал. Скорее всего, это для босса. Лети за мною. Да, сэр. Прекрасно, теперь можно спокойно заходить. Я надеюсь, но я не уверен. Я еще не говорил с поваром. Давайте я еще быстренько поговорю с поваром. По-моему, мы закончили в прошлый раз на том, что я не поговорил с поваром. Довольно забавно заканчивать на том, что ты не сделал. Какие у меня новости? Да никаких новостей. Я все еще все это записываю перед поездкой, чтобы вы посмотрели, когда я уеду. Удивительно, что сегодня я занимался оформлением первых серий и понял, что, кажется, в России особо никто не знает об этой игре, по крайней мере, на Ютубе. Твою мать. Очень странно. Ту же самую Френдбоу у нас просто схавали. По всей видимости, страданий у нас много. Ой. А вот об этой игре хоть и знают многие, но, по всей видимости, не у нас. Хотя она есть на русском.
Ну что я могу сказать? Большое спасибо создателям, что создали на русском. Так. Что в меню? Что-то особенное? Как обычно. Как обычно. Что в меню? Что-то особенное? Как обычно. Эй, ты что в тарелку плюнул? Как обычно. Можно добавить кое-чего в твой нигири? Как обычно. Мне нравится. Смотри, там суши на тарелке. Как обычно. Почему мне так нравится? Ты что, прикалываешься? Не смешно. Как обычно. Все смешнее и смешнее. Ай, ай. Ты кроме как обычно вообще что-нибудь говоришь? Как иногда как обычно. Ой, ой. Ладно, ладно, оно того стоило. Оно того точно стоило. Значит, тот парень ест только нигири, тот говорит о том, что он ест только нигири, там посмотрели. Ну, пока все более-менее self-explanatory, но я, как всегда, тяжело догоняю. Так, пока я здесь, нужно по-бырому купить еще один сок. Блин, надо было, чтобы он по чуть-чуть лил этого сока, чтобы у него был вечный запас сока в кармане. Ну, разумеется, этой игре просто важнее, как это сказать, реалистичность ей важнее, чем... Мое удобство. И ваше. Ну хотя вам-то еще. Вам-то еще. Все, теперь я попробую зайти. Блин, не знаю, что мне сделать с этой мусоркой, пока она открыта. Ну. Так. Мы в Пицца Аморе рады нашему новому клиенту. Бип-боп, блин. Лучшая полуорганическая пицца в городе. Я не заказывал никакой пиццы. Зачем ты этого дрона впустил, идиот? Извините, босс. Я весь день не ел и надеялся на перекус. Убери эту хрень отсюда сейчас же, ты урод! Понятно. Таких реакций я не ожидал. Бип-бип. Хотите, чтобы я разогрел пиццу для вас? Я вырублю этого дрона из дробовика через 2-1 секунды. А можно мне хотя бы пиццу забрать? Я и тебе голову оторву! Я такой, бип-бип. Хотите, чтобы я разогрел пиццу для вас? Ну, понятно, это было. Вывеска. Правила пожарной безопасности. Закройте двери в помещение или место, где нахождение огня. Попросите всех покинуть близлежащие территории. Следуйте инструкциям, передаваемым по системе громкой связи. В смысле, сгорите? Очень даже может быть, к сожалению. Это банкомат. Модифицированная модель HL500. Оригинальную клавиатуру заменили тачскрином. Раньше я такое и дома использовал. Но теперь риск слишком велик. Ты прям, блин, вообще. Причем, что самое страшное, он, наверное, прав. И даже не думайте об этом. В смысле? Так, точно такой же терминал. Еда, не еда, вот деньги, может быть. Так, кредитка. Кредитка. Ага, новое достижение. Я не знаю какое. А, вот. Доступ к своему банковскому, не знаю, счету. Ой, что-то как-то денег много у меня. Я даже не знаю. Но использовать крупные купюры. И чё? А, я снял 1.50. Так, я снял деньги. Лучше тратить их с умом. Мне уже страшно, честно. Давайте я всё сниму потемножку. Так, я снял деньги. Чувствую себя миллионером, кажется, он сказал.
А, максимальное значение. Не выйдет. Я израсходовал весь месячный лимит по снятию. Окей. Теперь я понимаю, почему лучше деньги тратить с умом. Месячный лимит по снятию. Мне показалось, что здесь лежит дробовик, но, видимо, нет. Так, здесь нью-нью и голографическая статуэтка. Так, что такое? Эй, подойди сюда сейчас же. Что ты делаешь? Ну? Эй, искал Хадоди. Так, теперь к нам сюда незваные гости заходят. Тебе нельзя тут находиться. Почему? Тут разрешено находиться только определенным категориям людей. Как это разрешено? Нубам нельзя, парниш. У нас тут только продвинутое оборудование для DVR-инженеров. Ты вообще понимаешь, о чем я сейчас говорю? Более чем. Давай докажу. Ну, это я могу доказать. Но это я могу доказать. У меня с собой даже взломанная ультраголов есть. Интересно, показывай. Ладно, ты и эта машина, в смысле. Вон! Чего? Мне нужно поговорить с этим человеком. А, ты в этом смысле? Конечно, босс, я вас оставлю. До завтра. И нет, ты уволен, уволен! Но, босс... Увален! Не забудьте нас оценить, это сказала машина. Бип. И такой... А, надеюсь, он... А, слушайте, а может быть, он правда теперь съест пиццу? Было бы здорово. Расскажи мне еще об этом устройстве. Я уже давно хакнул ультраперчатку силы! С ее помощью можно управлять различными устройствами. В нее встроены сенсоры, которые могут считывать движение твоей ладони. А также скорость маха и позу. А, ладно, парень, понял. Можешь тут поошиваться. Спасибо. Ладно, тогда я поошиваюсь, пожалуй. А, можно я возьму голографическую статуэтку? Нет, нельзя. Я хочу купить голографическую статуэтку. С тебя 85, чего-то там. И только кредиткой. Вот моя кредитка. Эй, я не хочу покупать голографическую статуэтку. Платеж прошел, спасибо. Ни хрена себе. Нафига мне столько говна? Я могу в этой игре проиграть навсегда? Я думаю, нет. Честно, я буду ставить на то, что нет. Я хочу неоновые очки. Я хочу купить весь твой магазин. Я хочу купить неоновые очки. Это редкий экземпляр. Предлагаю за сколько? У меня столько нет и никогда не было. Мы принимаем только платежи по кредиткам. Вот. У меня нет столько денег. Почему так дорого? Это уникальный экземпляр. Твоя транзакция не прошла. Ясно. Значит, у меня нет суммы нужных денег. Мобильный Токио. О боже. С аккумулятором на 128 часов. Камерой. И 32 мегабайтами встроенной памятью. Какой кошмар. А выглядит как... Что? Выглядит как какой-то кошмар. Ладно. А, нет, 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 было. Почему так дорого? Транзакция не прошла. Я хочу купить старый мобильник. С тебя всего лишь 15 рублей. Мы принимаем только платежи по кредиткам. Вот моя кредитка. Платеж прошел, спасибо. Так, это что? Набор отверток. Это прям как хрюнделю Масяне подарила. Автоматический ультра-турбо-набор отверток. Ультра-турбо-набор отверток, вы поняли? Я хочу купить набор отверток. С тебя 15 рублей, только кредитка. Вот. Почему так много вещей? Твоя транзакция прошла, спасибо. Винтажный компьютерный плакат. Это старый постер, определенно должен висеть в рамке. Ты псих. На витринах лежит куча железа. Похоже, этот бородач любитель ретро-машин.
Там полно кабелей. Кабелей, понятно. Кабели, конечно. Большая коробка это была. Джойстик, о. Это Jeff Joy Pro. В детстве таких штук 20 сломал. Можно я его возьму? Крутой джойстик, продаешь? Нет, он сломан. Он на витрине для красоты. А можно я его все равно куплю? Древний монитор. Монитор, как это, 1084 модели. Что это значит? Монитор с синими рамками навевает столько воспоминаний. Эй, за сколько продашь? Это... Я не настолько глупый, чтобы продавать 1084 монитор в таком состоянии. Что ты имеешь в виду? Понимаю. Переключатель сзади до сих пор работает? Да, работает. Везунчик. Что это за игра? Короче, осциллограф. Вот это, кстати, интересно. Он прикручен к потолку, а кабель от него уходит в стену. Наверное, это скрытая система сигнализации. Карты памяти? Куча дешевых карт памяти, выложенных в зависимости от объема. И больше здесь... А, нет, есть еще диски данных. Эй, не трогай. Как ты догадался, что я хотел? Почувствовал. От этого как-то не по себе. Странная фраза. Так, витрина была, это была, это было, это было, это было. Я купил все, что мог. Вроде бы я здесь все сделал. А, кажется, я с ним еще не разговаривал. Или разговаривал, забыл. А, нет, не разговаривал. Надо его заценить, погодите. Ладно, пока. Седоволосый мужик с пиратской повязкой на глазу. Готов поспорить, он может об этом миллион историй рассказать. Странно. Ты продаешь DVR гарнитуры? Да, но я продал последнюю сегодня утром. Как бизнес? Не жалуюсь, но! Говорю так. Говоря так, я рискую прослыть ностальгирующим старпером. Но, если честно, раньше дела шли намного лучше по понятным причинам. До того, как в обиход вошла эта... чего? Перманентная реальность ксенона. Ксенона. Про цифроисправительные законы я вообще промолчу. Как и про последовавшие за ними чистки. Даже сказать не могу, сколько добра я за них потерял. Тысячи флоппи-дисков, целые полки хардов. Знаешь, на самом деле, к сожалению, такие вещи идут на свалку зачастую. Все потому, что кто-то вбил себе в голову глупейшую идею, что все должно быть в облаке. Кстати говоря, я не такой уж и противник этой идеи. Вообще, это на самом деле действительно глупо, к сожалению. Но мне все равно нравится. Такой я псих. Ага-га-га. Ага-га-га. Ага. Облако. Просто очередной корпоративный сервер, управляемый левыми людьми. Они крадут твои данные. Продают их за... А их рекламщикам. Следят за всеми твоими делами и мыслями. Тотальная слежка, как сдерживающий фактор, делающий тебя послушнее любой овцы. Как ни странно, я не думаю, что на меня это работает. Хотя, с другой стороны, к сожалению, это работает на тех, кому это важно. Ох, как я тебя понимаю, мужик. Я уж и бросил считать, сколько лет я угробил на то, чтобы донести это до своих друзей. Но они не слушают. Смотрят на меня, будто какой-то... из какой-то другой реальности. Кто знает, куда все это идет. Но, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приведет. Согласен, мужик. Ты можешь починить мою DVR-гарнитуру? А может, и могу, а что случилось? Я играл в видеоигру, у меня в квартире начался пожар, я взламывал. Ну, пускай будет видеоигра. Я играл в видеоигру и нечаянно ее сломал. Она у тебя с собой? Конечно, вот. Линзы разбились, аккумулятора нет.
В чем... Вот с чем тебе нужно разобраться. Окей, что делать-то? У тебя тут куча старых комплектующих. Разве это не контрабанда? Ну, я про маг-полицию и все вот это. Маг-полиции это не понравится. На кой мне, по-твоему, вышибало, гений? Я нанял этого идиота для одной единственной цели — сообщать мне о проблемах. Ты хотел сказать, зачем тебе был нужен вышибала? Да, придется снова нанимать. Тебе работенка не нужна между делом? Вообще-то идея не самая плохая. Но пока откажусь. Мне и правда нужно найти свою девушку. Ха! Отношения закапывают успешные карьеры с начала времен. Обещаю, что дам тебе знать, когда все это закончится. Ты имеешь в виду отношения или ты имеешь в виду карьеры? Кстати, я не думаю, что карьера есть у тебя, чел. Хотя насчет отношений тоже не уверен. Короче. Сколько сейчас всего людей, не подключенных к сети? Эту перманентную реальность на самом деле очень сильно распиарили. Но некоторые из нас до сих пор не хотят к ней подключаться. Отдавая предпочтение старым добрым пяти чувствам. Рад слышать. Иногда кажется, что уже все до единого врезали в это наркома... Чего? Перманентное дерьмо. По мне, это хрень та еще. С каждым днем становится все сложнее. Зарабатывать на жизнь, продавая пиратское железо. Да, я тебя понимаю, на самом деле. Это к нам тоже относится. Как ты этим на жизнь вообще зарабатываешь? А, так ты этим на жизнь зарабатываешь? Да. Я зарабатываю контрабандой. Модифицированного железа и взломанного софта. Вообще, я и сюда пришел за столь нужными мне запчастями. Тогда ты пришел в правильное место. У нас есть все железо, что душе угодно. Только назови. Так. Это пиратская накладка для глаз. Не думаю, что ты хочешь услышать полную версию этой истории. Не сегодня уж точно. Я немного спешу. С удовольствием послушаю в другое время. А с чего ты решил, что я вообще захочу тебе ее рассказывать? Сбейся. Что значит сбейся? Я до сих пор не понял, что значит сбейся. Ты не боишься, что тебя ограбят? У меня на этот случай дробовик под прилавком. Серьезно? А где ты его достал? После бана... Кубана... Стало не так уж и легко достать ствол. Ты коп? Хрена с два. Так и не задавай странных вопросов. Ладно, ладно. Расслабься. Неважно. Не повторишь еще раз, что мне нужно для починки ДВР-гарнитуры? Линзы разбились, аккумулятора нет. Вот с чем тебе нужно разобраться. Блин. Новая запись в дневнике... Прекрасно. В магазине не было ровно ничего полезного. Но я хотя бы узнал, как починить очки. Мне нужна пара линз и новый аккумулятор. Честно, мне все это очень не нравится. Ну, в том смысле, что я понятия не имею, что делать. И здесь очень неконкретное объяснение, что делать дальше. Я подозреваю, что аккумулятор можно снять с моей доски. Кстати говоря, если она не с собой, то, может быть, можно сделать это прямо здесь. Так, набор отверток. Удивительный набор отверток на ховеркборд. Так-так, давайте посмотрим, что от него можно открутить. Бдыщ. Похоже, его аккумулятор до сих пор в рабочем состоянии. Ладно, с аккумулятором разобрались. Теперь гораздо сложнее. О, деньги. Вау. Наличка. Вау. Так, аккумулятор вставляем, наверное, да? Для этого мне нужен верстак. Этот аккумулятор должен сюда подойти. Черт. Линзы явно достать надо из мусорки, но на меня этот мужик орет, не тронь, это моя мусорка.
Что делать с мужиком, который орет, не тронет моя музыка, я... Музыка. Мусорка, я понятия не имею. Бип-бип. А, прибываю на место назначения. Да, это мой дом. Добрый вечер, сэр. Вот ваш заказ. Да, это моя пицца. Бип-бип-бип. Спасибо за заказ, сэр. Конечно, можно было бы ее съесть, но я не буду. Я хочу ее посмотреть на нее. Эта пицца даже не пытается выглядеть, пахнуть или быть на вкус как настоящая. Боже, интересно, что считается настоящей пиццей? Мне, честно, даже страшно пробовать то, что он держит у себя в руках. Но я хотел бы. Так, короче, я побродил, посмотрел, что можно сделать. И кажется, есть идея. Можно поговорить с контрабандоменом. Меня немножко смущает, что главный герой не умеет ни бегать, ни телепортироваться к выходу. Хотя это пока не слишком сильно мешает. Так, вот. Покажи, что есть. Говоришь, грезы в ДВР? Ага, дай посмотри, что там у меня завалялось. У меня есть райские трипы на картриджах на 16 килобайт. Это такие электронно-химические девайсы, основанные на комплектующих нового поколения. Прокачаны кое-какими крутыми химикатами. Сколько за штуку? Ничего, я тебе не продам. Я не беру денег у незнакомцев. Что это ты там все выдумал? Я что, барыга? Ну, типа того. Я могу обменять один картридж на расходники. На что? Быстродействующие бустеры. Такие почти во всех, чего, препаратах сегодня можно найти. Препаратах. Могу я купить картридж? Мне денег не надо, только бартер. Наркота за наркотом. Это достаточно прикольно. Это почти что как этот самый. Почти что как Fallout, только не Fallout. Так, короче. У меня есть... Вот, лекарство. У меня есть стимуляторы. А, дай погляжу. За это я могу дать тебе райский картридж на 16 килобайт. Это еще что? Эта малютка унесет тебя в дичайший ДВР-трип. Топовая хрень. Тогда я просто дождаться не могу. Не напирай, чувак. Не знаю, из-за что ты имеешь в виду, значит, не напирай, чувак, но тем не менее. Так, торговца... А, торговца можно осматривать. Прикольно. Он немного отвлечен. На монитор поглядывает. Так, еще одна вещь. Если я ничего не путаю. Так, свидание. Удостоверение личности. Нет, не доверяю. Черт. Ладно, может быть позже. Возможно позже, как говорится. Ну что ж, пришло самое время нашего бомжа накачивать вещами. Острыми вещами накачивать не буду. Буду накачивать пиццей, например. Вот, возьми. Вдруг ты голоден. Обычно я не ем простую еду, но в этот раз сделаю исключение. У меня новое достижение. Какое? Вы хорошо отнеслись к ДВР-нищему. Пришло время плохо относиться к ДВР-нищему. Тебе не нужен еще один картридж? Спасибо. Я положу его к остальным. И чё, и всё? Пора ещё один трип! Этот картридж фуфло, какая-то райская хрень! Ну, без записи, дневники, блин. Тот DVR-картридж на 16 килобайт оказался полной лажей. Я не удивлен. Как вообще DVR-стимуляцию можно загнать в 16 килобайт, если она... блин, серьезно? Если она... просчитывается в реальном времени. Если я хочу залезть в помойку... Залезть в помойку! Боже, мне нужно найти что-нибудь помощнее. Линзы из тех одноразовых очков могут подойти к моей... Да, к моей я знаю.
Но я хочу залезть в помойку. Мне нужно что-нибудь помощнее, черт. У тебя есть картридж по забористи? А я могу дать тебе крутейший картридж на 4 гигабайта. Только сегодня завезли. Но лучшее только для лучших. Я могу дать тебе один, но мне нужен спайс. Что еще за спайс такой? Трейсер-активаторы для трейнер-синтеза. Трейнер? Ага, субстанция, которая прокачивает ощущения в DVR. Аптека неподалеку иногда башляет ими из-под полы. Раньше он и мне продавал. Но теперь я улетел в бан. Боже мой, ну у вас... И этот самый сленг. Ну, конечно, перевод классный. Ненавижу плохой перевод. В этом смысле... Вы себе представляете, целая игра, которая типа с еще лучшей графикой, чем эта. Я в нее не играю, потому что там перевод говно. А здесь перевод классный. Хотя тот перевод, по-моему, фанатский. Черт, это очередной случай, когда игры просто нет в нормальном русском переводе вообще. Так. Мне нужно немного трейсер-активаторов. У меня их нет. Да ну, я знаю, что есть. Возможно, но я тебе их не продам. Кроме того, сейчас у меня обед, так что лучше тебе меня отставить, Екси. Пока. Так, торговца осматривать все еще можно. На монитор поглядывает. Ну, короче, вот это как раз то, чего я бы никогда в жизни не догадался, и то, что я пытался делать в прошлый раз. Есть одна вещь. Вроде бы как все еще нужно делать свидания. Свидания. Нет, не доверяю. Черт. Может быть, я смогу что-то другое ему сунуть? Древний мобильник? Нет. Ха. Там внутри лежит карточка PlaySafe. Джей Блиссет. ID номер такой-то. Она забыла взять ее с собой в ППХ. Мы используем ее для того, чтобы обмануть защитную систему облачной датабазы игры. Используем ее. И сделать... и играть в локальном режиме. Господи. Серьезно? Это такой аркадный автомат. Что хотел сказать, блин. Да, вот именно этого я, оказывается, и не сделал. Мне нужна была чертова карточка PlaySafe. И теперь едем обратно. Долго-долго едем обратно. Ой, пожалуйста, карта PlaySafe. А, черт, не так. Свидание. Вот теперь говорю, карта PlaySafe. Слава богам, вроде бы. Ура! Надеюсь, Джей меня за это простит. И... Никогда не догадайтесь, зачем мы здесь. Вернее... Я сам постараюсь догадаться, но... По-моему, это он, если я ничего не путаю. Это мужик из магазина на главной улице. Так, давайте посмотрим, сможем ли мы что-нибудь про него нарыть. Очистка битых битов, чё, проверка статуса партнера, ваш партнер онлайн. Общайтесь, Джей, привет, Сэм, привет, как делишки, клоунишка, отвали, парнишка. Не очень я на работе, а где ты работаешь? В дизайнерской аптеке, извини, я правда ничего об этом не знаю. Не переживай, я тут посмотрел твой... Чё твой? Профиль, крутая фотка. Ты что, в группе? Да, я играл в группе, но она распалась. Как мои отношения? Мне жаль, не знакомо. Почему ты холостяк? Нет, я женат, но мне всегда было одиноко. Наверное, поэтому мы тут и сидим. Наверное, ты права. Хочешь встретиться в реале? А, конечно, почему бы и нет, раз знакомство. Это было легко. Мне кажется, что это не очень хорошо. Но мне наплевать. Мне тоже все равно, жизнь одна. А где хочешь встретиться? А встретимся завтра у меня в 11:00 утра. Дома жены не будет, дома мой. Адрес такой-то, в общем, зашибись. Хорошо, встретимся завтра. Попался. Нужно найти способ сохранить этот чат. Если он не хочет продавать мне трейсер-активатор,
Я могу его и пошантажировать. Напечатай. Попался, да. У меня есть скриншот того, что он сбыл свою жену. Этого должно быть достаточно, чтобы он заговорил. Пора отсюда выходить. Ух ты, сегодня никому в сети нельзя верить. Даже мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. В том смысле, что мужику-то как раз можно, он все честно сказал. А мне нельзя. Я просто в шоке, сеть такая злая. Вот почему против нее боремся. Это ты? Эй, где ты это достал? Друг дал. Похоже, какой-то женатик штурмует сайты знакомств. Черт тебя подери! Не переживай. Думаю, просто оставлю скриншот тебе. Мне нужны трейсер-активаторы. Ладно, ты меня подловил. Я продам их тебе. Но я принимаю только наличку. Хорошо. Прошу, отдай мне тот скриншот. Нет, позже договоримся. Значит, мне нужно то, где написано наличка. Это деньги, а вот наличка, понятно. Наличка, держи наличка. Вот наличка. А теперь гони мои трейсер-активатор. Уничтожь скриншот. По рукам. Ура! У меня новая GOG-ачивка. Блин, мы сегодня просто счастью даемся, что бы это ни значило. Так, о, у меня есть трейсер-активаторы. Вот твой особый ингредиент. Круто, секундочку. А вот твой крутецкий картридж на 4 гига. Прокачанный трейсер-активатор. Спасибо. Оставшиеся активаторы я оставлю в качестве оплаты. Будь по-твоему. Так, у меня есть сок, я надеюсь. Сок, сок, сок. Есть сок, замечательно. Все, тогда идем туда. У нас сегодня видео задерживается, но это связано с тем, что мне прям очень интересно добить эту линию. И когда мы добьем эту линию, мы уже сможем идти дальше. Такс, нищий с плищей. Еще один картридж мне не нужен. Блин, нужно как-то заставить его использовать этот картридж. Вот, я, соответственно, знаю как, потому что это мы уже хорошо понимаем. Маки, все дела. И вот теперь ему можно просто подкинуть этот картридж. Жи-жи-жи-жи-жи. Пора еще один трип! А боже мой, это прекрасно! Все, ему очень плохо. Могу ли я теперь вообще залезть в помойку? Вот вопрос. А вижу сны на его. Возможно, я смогу достать нужные мне запчасти из ДВР-гарнитуры нищего. Блин, вот что я называю по-настоящему грязным. Пора избавиться от этих ненужных напитков. Я устал таскать их с собой. А, там у меня пиво, что ли? Понятно. Ой, короче, я вижу сны наяву. Вот теперь мы можем спокойно закончить, потому что я не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, мы разобрались с самой первой задачей этой игры. Мистер Фрей! Virtuverse! Всем мир! Bye!